45 штук. Итак, что ты думаешь об этой машине? Ну, Mazda получше, конечно, будет. Я уверен. 2007 года, тут какой-то, я не знаю, 14-й. Ну, это корабль, конечно. Боже мой, что там такое? Ага. Угу. Очень интересно открывается. Холодильник. Где холодильник в этой машине? Где пиво? Конечно. А, просто включается. Прикольно, кожаная, да? Такая реально. Ну, и завел. Что-то завели. Ну. Да. Стрелочный прибор ничего не в моде. Угу. Оригинально. Ты только глянь. Оказывается, под приборкой что-то спрятано. Сзади. Вполне неплохо. Вполне даже ничего. Ну глянь на приборку, что тут есть. Да ничего тут нету. Вполне может, что она как пепельница тоже вылазит. Кожей пахнет, а? Вот ты возьми сиденье, одень. Вместо кожаной куртки. Ну качество везде такое интересное. Даже качество ручки железное. Тут у нас 56 тысяч. 56 тысяч. MDX. Что ж здесь на 56 тысяч? Попытаемся завести. Местное дело. Багажник, конечно, тут приличный. Стандартные вещи. Конечно, сзади телевизор имеется. Очень таких приличных размеров. Конечно, большие танки. Кстати, ты знаешь, зачем вот эта вот штука? Вот, ты знаешь, зачем? Оно вот это выкладывается, вроде бы должно внутрь заходить. Но это очень простая вещь, чтобы американцы трудно им заносить сюда свое седалище, поэтому это делается вот так вот. Yeah. Like it should be of transformation. Excellent. Ready to go. Брутальненько. Такие тут запчасти. А, слушай, это даже это заклепки. Там даже какая-то лейка, если что, не знаю, там пролилась или что. Блин, у всех они это кожа. Да, кто? Даже в таких работягах. Это не. Ах ты, черт. Кто же это залазил? Танках. Ага. Руль здесь тоже весело работает. Электропривод, да? Все дела. Ну. Смотри, как у гоночных машин это вот центр есть. Зачем ему столько ауксов здесь?
Трейлер брейк, ага. Отдельное управление тормозами в прицепе. Ну, как городская. Когда я свою импрезу рядом с этой аппаратом поставил, знаешь, если это мини, моя импреза микро. Закрываем. Автомата нету. Ну, расскажи свои впечатления об этом агрегате. Ну, ты знаешь, как-то неоднозначно. Как-то вот эта вот вся панелька такая. На любителя. Кстати, это на ручке аппарат. На женщину, на любителя. Угу. Ой, сюда. Дергай эту штуку. Пошел. Ну и? Ты сюда влезешь вообще? Не надо, не надо. Как оно там сзади? Нереально, слушай. Это что за рельсина такая? Что за рельсина такая? Молоко. Да. Баночки с молочком. Вот это называется места для безногих детей. А ё-моё, ты меня ж не убил. Странно. Без семьи там. О! Интересно, конечно, что вначале не вырубит свет себе. Рубильники за... Я что-то выключил. Включил. Оригинальное решение, да. Сайон ХРС. Винегрет из всякой фигни. Сайон, Субару, Тойоты. Оппозитник субаровский. По характеристикам должен быть 200 коней. Вот так вот бывает. Ответил на один вопрос, получил сувенир. Девчонки задают вопрос, получаешь шапочку или брелок. Сайон. I'm assuming if you're asking me. Subaru and Scion. Toyota. Toyota. Yes. Toyota, not Subaru, but Toyota. Good job. Thank you. You're welcome. Так чего ты выиграл? Да дери ты ее. Ушанка. Натягивай. Что, она не на нашу голову, что ли? Не, ну ты пионер какой-то штуки. Фиат 500. Прикольная. На первый взгляд вообще машина косметичка. Это американский монстр. 5,7 литров. Охренеть. Dodge Challenger. V8. В общем-то, несложно разобрать их. Это машина, как оказалось. Знаешь, надо эту фигнюшку взять себе, так это, на стенку забрать, если можно было помешать. Отличный сувенир был бы. Что ж мы имеем внутри? Кожи как... Вроде бы и нет. Это новый Viper. Viper это что? Not sure, I know. Это доджерская. No, it is a Challenger. 12 сити, боже мой, сколько же он жрет. Да. Yeah,
американские машины выглядят круто, но качеством, как всегда, не славятся. Все легко открывается. Что-то офигительно прокачанное. Ядрёна голубая. Крайслер. Так вот девочки рекламируют всё. Last but not least, with over 60 safety and security features, the 2014 Dodge Durango comes equipped with climate control, traction control, electronic roll mitigation. Нормальная машина для деревни. Кстати, не сразу заметишь, но когда вылазишь из-за поворота, вот эта вот камера широкого обзора. Очень таки топорный аппарат. Боже мой, как сюда залазить? Даже хрен за что возьмешься. Вот такой вот американский УАЗик, залазь. Американский УАЗик. Ну как тебе квадратные машины? Смотри, автомат, здесь раздатка есть. Угу. Для US Military. Точили. Ну все как-то квадратненько. Ну да, как вот. Смотри, чтобы двери легко снимались. На... Нет фиксатора, а все на веревочке. Пусть дверь наизнанку не вывернулась. Это вот как-то на первый взгляд не узнает, но это джип. Чероки, новый. Интересными крюками впереди полезли внутрь. Ну как-то краска что-то непонятный цвет. Ну что, нормально. Снаружи брутально выглядит, внутри так. Что-то там уронили. Внутри как-то простенько все выглядит.